Независимо от того, ты верующий или скептик, трудно игнорировать притягательность гороскопов. Причина этой привязанности кроется в страхе человека перед будущим. И если его можно предугадать, то почему бы не воспользоваться астрологией? 16 апреля 1968 года французский журнал «Ici Paris» предложил своим читателям уникальную возможность. Все, что им нужно было сделать, это отправить в редакцию дату и место своего рождения, и они получат бесплатно персонализированный 10-страничный гороскоп, составленный профессиональным астрологом. Те, кто воспользовался предложением, были в восторге. 94% из них узнали в описании свой точный портрет. Замечательно! Невероятно точно! Это я! Это предложение было социальным экспериментом, направленным на проверку точности астрологических схем. От участников скрыли несколько деталей. Все они получили один и тот же документ. Астрологический профиль принадлежал человеку, родившемуся 17 января 1897 года в 3 часа ночи в Оссере. Этот человек был Марселем Петио. Петио был серийным убийцей с более чем 60 жертвами. Он был казнен на гильотине 25 мая 1946 года. Если так обстоят дела, почему же астрология так популярна? В чем секрет ее ошеломляющего успеха? С одной стороны, успех обеспечен темным и сложным астрологическим языком, всегда разработанным авторитетным экспертом. Он предоставит клиенту ряд желаемых черт и идеалов, а также опасности, подстерегающие такую добрую и верующую душу, как у него. Всегда будет избегаться упоминания негативных черт характера. Максимум вскользь упомянут незначительную слабость. С другой стороны, астрология обязана своим успехом потребности человека знать, что он находится под присмотром и защитой, но особенно его болезненной потребности встретить неизвестное будущее, к которому он чувствует себя совершенно не готовым. Плохо ли предугадывать будущее? Вовсе нет. Если применить правильный метод, судить по причинно-следственной связи. Известно, что большая часть неизвестностей в жизни является ответом на выбор человека и подчиняется точным законам. Не законам вероятности, а моральным законам. Мы созданы с моральным разумом. То, что нас предопределяет в большей степени, это наш собственный выбор. Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет, Галатам 6:7. Кто стремится к праведности и доброте, тот обретает жизнь и праведность и славу. Притчи 21 глава, 21 текст. В конце концов, это как в бильярде. Все зависит от того, как ты ударишь первый шар, чтобы привести в движение последний шар в ряду. Результат — это просто следствие. Если не хочешь быть застигнутым врасплох завтрашним днем, прислушайся к совету Питера Друкера, отца современного менеджмента. Лучший способ встретить будущее — это создать его. И ты можешь, потому что у тебя есть все необходимое.